Хөрмәтле Башкортстан халкы, сезгә передовойдан егеттәр бик күп зур сәлам әйтәләр. Ошо хәлде ишеткәс, без сезгә видео язма язырга булдык. Алай булмай. Кемнең кулында кораллар бар, ябай халыкта тукмайлар. Этте мусорда этте бәрегән һымак кешеләрне этте бәрәләр. Если һез шул хәлде бетермәһәгез, мына монда 70%-тан артык башкорт халкы кугышып йөрөй. Үзенең иле өчен исе ошо хәл бетмәһә, без әйләнәбез дә Башкириягә алайга кайтабыз. Ана шунда икенсе күзләр буласак. Икенсе һөйләшүләр. Кедан да алайтып бөрегән сымында бүген иргә килеп, бездә ярдәм иттеге. Ябай халыкларды нисек әрләп тукма бирегеге. Бу эш эш түгел. Борылхак, сезгә бетте баш буласак. Һаумагы хөрмәтле Башкортстан халкы, эшуынан сезгә зур сәлам. Бұл бүгінгі халді ешіттіп, біздің үйдегі ата әсәлерді тұқмайлар, біз мұндан әнді көңілмен оғышы беріп әті ешкіп. Ешті өші не тұқтамаға, біз бұрыла біз Башқұрстанға, бізді бір әді тұқтат алмайсақ. Бұл біріншіге түгіл ұжы, біздің тоже ирак бар, біздің тоже семья, үйдегілер, біз бұнда бұлайтып ере алмайбыз. Ешті әді хатите, ұғыш, ұғыш бұласақ. Только мында түгел уже бізді. Мы уже знаем, что предателя Алчинова признали экстремистом. Эти пидорасы продолжают разжигать межнациональную розню у нас дома, пока мы проливаем кровь здесь и боремся с фашистами. Так знаете, мы находим их здесь и выявляем, и нам не составит особого труда найти вас и там, шакала. Это только вопрос времени. Когда мы вернемся с победой домой, мы найдем каждого из вас. Победа будет за нами. Каждый, кто хочет присоединиться к рядам тех, кто воюет против нас, должен знать, вы воюете против своих. Национализм. Разжигание межнациональной розни. За это дело осудили на 4 года колонии нашего национального героя Фаиля Алсынова. Он националист, он экстремист. Он боролся за башкирский язык, за башкирские земли. Благодаря ему мы отстояли наши священные горы Куштау. Благодаря ему мы смогли прекратить золотодобычу в наших башкирских деревнях. Именно во время вот народного схода защиту башкирской земли он и произнес те слова, что приезжие золотодобытчики выкопают земли, разгребут деньги и уедут в свои родные края. А мы не сможем никуда уехать. Нам здесь жить. Это наш дом. И эти слова легли в основу его уголовного дела. Подробно вы можете в интернете посмотреть. И мы, башкиры, встали в защиту своего героя. Башкиры вышли на улицы. Но мало кто понимает, что Фаиль был лишь триггером. Суд над ним был последней точкой кипения. Ведь в наших сердцах кипело давно. А что кипело? Почему кипело? Русский национализм. Именно эта причина. Каждый башкир чувствовал это. Ущемление. Мы живем в своей родной земле, в Башкортостане. Но нас, башкир, на каждом шагу ущемляют. Именно по национальному признаку. Башкиренок, черный, понаехавший, саулов и т.д. Задевают наши сердца, когда в нашей родной земле нам указывают: говори на русском. А некоторых на работе заставляют говорить на русском. Или увольняют по национальному признаку. В башкирских школах директоров башкир увольняют. Сажают на их место русских. Целенаправленно. Во многих аспектах жизни каждый башкир это ощущает. Ущемление. А почему такое происходит? Потому что правительство видит только один народ. Русских. Пропаганда со всех щелей говорит нам: мы русские. В Украину отправляют башкир пачками умирать. Под лозунгом: мы русские. Денацифицируют Украину. Но мы же не русские. Мы башкиры. Со своей тысячелетней историей, культурой, традициями, языком. Со своей землей, в конце концов. Которую и защищал Фаиль. Выступая в экологических сходах. И каждый башкир чувствует историческую духовную привязанность к этой земле. Поэтому народ всегда выходил на такие акции. На Куштау, например. И вот эту последнюю надежду на сохранение языка, культуры, истории, земли власть хочет убрать. Последнего башкира, который выступал за эти ценности, хочет посадить. Но вы должны знать, мы в душе воины. Посадите одного башкира, восстанет другой. Меня зовут Алтынай Валитов. Я башкир. Из обычной башкирской деревни. Артист. Пишу башкирские патриотические песни. Есть свои слушатели. У меня есть тоже семья, родные, друзья, близкие. И недавно вот купил дом в ипотеку. И ремонт сделали. Заехали. Есть заказ на выступление. И все хорошо. Не нуждаюсь. И я бы промолчал сейчас.
но в душе горит. Горит за этот произвол. Почему русские в Уфе ходят со словами «Россия для русских», их не сажают? А башкира, который выступает в защиту своего народа, на своей земле сажают. Почему? Потому что мы национальное меньшинство. Им на всю страну кричать «Мы русские, можно!» А нам на своей земле нельзя. Где справедливость? И мы должны вот схавать этот произвол. Вот мы схаваем. И через 100 лет башкирский народ с тысячелетней историей исчезнет. Я не готов мириться с этим. Мы, башкиры, не готовы. Я боюсь, да, я боюсь. Я вот сижу и плачу. Боюсь за свою жизнь сейчас. Но не знаю, что со мной сделают эти российские управленцы, националисты. Но Аллах дал мне язык, дал грамотно излагать свои мысли. Какие-то ораторские качества, может. А главное, дал башкирский рух. И если мне это дано, значит, неспроста. И в этот тяжелый момент для своего народа я не могу молчать. Я беру ответственность в свои руки и обращаюсь к башкирам, и не только, а всей многонациональной стране. Нашим братьям, татарам, бурятам, чеченцам, тувинцам, дагестанцам, калмыкам, якутам, арийцам, удмуртам, алтайцам, всем-всем-всем, кого еще не перечислил. Собирайтесь, выходите к зданиям администрации ваших городов. Первая республика в России была башкирская, и в дальнейшем и другие народы создали свои республики. Это был символ многонациональной России. Сейчас последнего башкира, который защищал этот символ, посадят. Это и есть конец многонациональной страны. Обращаюсь к русским. Мы не против вас. У вас прекрасный язык, на котором я и сейчас говорю. Культура, история, и свои традиции. Мы уважаем это и готовы жить с вами бок о бок, как мы уже живем несколько веков. Готовы сражаться с вами и защищать свою страну. Но страна ведь не только русская. Она многонациональная. Мы россияне, но мы марийцы, татары, башкиры, чеченцы и так далее. Пожалуйста, дайте нам быть собой. У нас ведь тоже есть язык, культура, история, и мы готовы их отстаивать. Поэтому всех национальностей, кто так же думает, призываю выйти к зданиям администрации своего города 19 января в 10:00 с требованием свободы в правах национальных меньшинств в России, с требованием права избирать самим из народа глав республики и регионов, а не ставить засланного казака сверху, который делит народ на своих и чужих. Мы не только русские. Мы многонациональный народ России. И мы хотим, чтобы закон был одинаков ко всем. Свободу Фаиля Алсынову, свободу национальным меньшинством. Во-первых, когда мы говорим, что татарам не характерно такое, скажем, импульсивное поведение, да, мы видим, что больше конфликтов возникает в армии между русскими старослужащими и кавказскими призывниками. Но конфликтов между русскими и татарами мы не встречаем так часто. Они есть. Они носят скрытый характер. Понимаете? А тут вдруг... Татары воспитаны так, что ссор из избы выносить у нас не принято. И посмотрите, пожалуйста, его отец Салим Абы что говорит? Сначала он звонил часто, потом все реже и реже. Видимо, у него... Он начал закрываться. Нет, у него отбирали телефон. Угу. И он свою сим-карточку прятал и не выносил ссор из избы, понимаете? И только потом его, когда уже довели, понимаете, когда пружина сжимается, да. Она сжимается очень сильно, и последствия уже необратимые, понимаете? Дело все в том, что такое поведение, значит, с точки зрения имама, с точки зрения священнослужителя, я, конечно, то, что произошло, ведь он и своих с призыва своих тоже ранил, да. Пацанов, с которым он призывался, он об этом сожалеет. То есть своих соплеменников. Да, вы знаете, да, и когда тебя до караула говорит, мы тебя опустим сегодня, и сегодня все будет, и это говорит лейтенант. Я родилась в Татарстане, в набережных Челнах, ходила в татарскую школу, в татарский садик, была татаркой. Были вокруг и русские тоже, потом пошла в школу уже русскоязычную. И у меня не было никаких связанных с моей татарскостью травм, вот именно травм, типа дискриминации по крови. Да, вообще проблем с этим никогда. Я не думала, что я какую-то скрываю проблему. Но есть, оказывается, огромное количество людей, для которых это было прям какая-то отдушина, что на моем языке поют, и никто не говорит, что это какие-то вот тут из аула, типа, запели. Вместе сестра. Ее мама все время вот эту как бы тему педалировала. Везет быть светленькой, хорошо быть светленькой, типа, вообще не похож на татарку. Ну, такие вещи. То есть они откуда-то произрастали, они где-то вот эти вот вещи, ну, существовали. И это прям жестко это все узнать. Потому что все самые знаменитые татары, это татары, утратившие свои национальные корни. Он привел пример Чулпан Хаматову. Чулпан Хаматова. Она родилась в Казани. Родившись в Казани, она вышла замуж за русского человека. Никогда не знала татарский язык, еще в детстве приняла христианство. Выйдя замуж за русского человека, она переехала в Москву. После него у нее было еще два брака,
Один был за евреем, третий то ли за русским, то ли ну, тоже за каким-то там человеком, ну пусть будет русским. У нее не было ни одного татарина. Она христианка. Она не знает татарского языка. Но татары ее любят, потому что она своя. Далее башкирский историк сказал, что единственный народ, который будет сохранять свои традиции, несмотря на что, это башкиры. Россия боится башкир. Ингоздиктивные чуть проблемы, потому что я, в принципе, очень разговорчива, интроверт. Это так. Это все отговорки. Надо это выработать. А, что еще? А вот, вчера сходила на собеседование, на обучение первое. А, в принципе, уже я практиковалась. Было два кандидата, меня это расстроило. Так как был какой-то у менеджера цель выбрать из трех кандидатов два кандидата. Так как молодые были администраторы, я испугалась, что я старше их, и выбирать все на молодых. Нет, на самом деле, потом глубинно я проанализировала ситуацию, то есть в моменте я разговаривала с менеджером еще, практикуюсь через... Ну, практикуюсь через данную информацию. Я еще параллельно ощущала свое состояние на данной должности. В принципе, мне все нравилось. В плане, как бы, если я буду администратором, то я это все смогу быстро усвоить и быстро выполнять эти задачи налегке. Но менеджер при разговоре, при обучении наталкивала и давала понять, что я очень типа медленная. А на самом деле я все делаю медленно, потому что я хочу вникнуть в суть дела. И я вникаю только в таком состоянии, когда я всегда все делаю умеренно, спокойно. Они как привыкли молодые, ну и как я раньше в молодости это делала. Все на ажиотаже, на кипише, как бы ты не успеваешь себя ощущать. И из этого бывает забывчивость. И то, что мне не нравилось, я переспрашивала. Это мне очень сильно не понравилось, отношение менеджера, то есть ко мне, то, что, с той позиции, то, что она думает, что я типа специально такой человек, то, что я все делаю медленно. На самом деле, просто со всех ракурсов смотрю на ситуацию и успеваю узнать новое, проанализировать все в мыслях. И еще параллельно практиковала. Если что-то непонятно, я не стеснялась, не спрашивала. Но меня не оценили, мне не понравилось, меня не оценили тем, что я умею быть многозадачной и в своем темпе. И они хотели, чтобы я была в их ритме жизни. И еще были моменты, что они критиковали, но сидели между собой там. Вот у нас было два кандидата, я и мужчина, парень молодой, 19-летний. Вот менеджер и парень молодой, они как бы критиковали гостей, которые там или кричали, или агрессирующиеся вели дети там, ну, игрались. Они, как бы, возмущенным видом, как бы, на это все смотреть. Пиздец. А я уже в возрасте, в какой-то степени, в осознанном возрасте, мне это очень нравится, мое состояние сейчас, я не приемлю этого. И я уже не хочу от себя. Я поняла, что не хочу подстраиваться под каких-то других людей и параллельно, чтобы им понравиться, критиковать других. Блин, это вообще не моя позиция. Я развиваюсь в первую очередь с духовной стороны жизни, и это для меня в первую очередь важнее, чем устроиться на работу, зарплату были возможности получить зарплату нормальную, среднюю 40 тысяч. Жилье предоставляли, конечно же, скромное такое место проживания, но все равно предоставляли, и еще питание
2-3 раза в день, даже когда не работаешь. Это было, в принципе, очень перспективно в плане возможности, ну, закрыть свои вот эти вот основные потребности. Но если возвращаться к тому, что происходило сегодня в Башкортостане, насколько такой силовой разгон привычная для Башкортостана история, и вообще, что это был за протест и разгон? Силовой разгон для Башкортостана – история привычная. Последние массовые митинги, которые прошли зимой и весной 2021 года, именно таким образом разгонялись. Я напомню, что число задержанных тогда в Башкирии было по количеству, по-моему, на втором месте по стране после Санкт-Петербурга. Поэтому здесь опыта не занимать. Потом еще были протесты на Куштау, это отдельная история. Что касается природы этого протеста, она весьма сложная, на мой взгляд. Я сразу отмечу, что нельзя его назвать тем, каким его пытались представить некоторые наши коллеги буквально вот в эти дни. Это не протест антивоенный, это не протест против федеральной власти и президента страны лично. Это протест национально окрашенный, поскольку поводом этого мероприятия стал арест и в итоге суд и приговор в отношении национального активиста Фаиля Алсынова, который по большому счету, кроме экологии, в последние годы ничем другим и не занимался. Руслан, если говорить, опять же, все-таки о том, почему, на ваш взгляд, люди вышли в таком большом количестве, это для многих стало неожиданностью, я вижу, по комментариям. А насколько это, в общем, как раз наоборот, похожая на Башкортостан ситуация? Это даже для него самого стало неожиданностью, но действительно люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Башкортостан обладает этой самой особенностью, то есть часть его граждан, его жителей в самый неожиданный момент могут консолидироваться ради того, чтобы противостоять несправедливости, которая по их точке зрения происходит. И если это касается лично их жизни, их национальной идентичности, культуры, языка, лидера, соответственно, который поднимает эти вопросы, люди в Башкирии действительно порой способны на подобные вещи. Опять же, пример Куштау, который я выше упомянул, он во многом схож, хотя имеет свои отдельные особенности. Я думаю, что здесь причину можно искать как в исторической природе, скажем так, вообще жителей Башкортостана, их истории, так и в том, что в последние годы с ними происходило. В результате закручивания гаек, выстраивания вертикали в стране, все эти завоевания, которые в 90-е годы республика имела, она их растеряла, в том числе в плане сохранения той самой идентичности, о которой я говорил. В конце концов, людям запретили изучать языки, фактически обязательное изучение родного языка в школах. Не запретили изучать, а скорее убрали обязательное изучение, которое для республики было важной частью обучения. Да, ну, с точки зрения сохранения языка и культуры для таких республик, которые населены разными людьми, то есть башкиры не являются в этом смысле преобладающей нацией по количеству, действительно это важная история. Руслан, если говорить, опять же, о приговоре, 4 года, как его восприняла эта толпа людей, которая пришла, эта группа людей, которая пришла, и как в итоге повел себя ОМОН? Люди восприняли это, мягко говоря, негативно. Они действительно надеялись и верили в то, что на них власть обратит внимание и решение примет с учетом того, что люди возмущены. Сегодня события, скажем, развивались в течение нескольких часов и начались с того, что буквально с утра возникали стычки между ОМОНом и полицией, которых сегодня было много, в отличие от предыдущей акции, которая состоялась позавчера. И спецсредства применялись, вот мы видим на видеокартинки, и даже такие вещи, как слезоточивый газ, светошумовые гранаты. На моей памяти ничего подобного раньше не было использовано ни в Башкирии, ни в принципе в России. И люди, судя по тому, что я вижу в чатах, в социальных сетях, продолжают возмущаться, они продолжают планировать акции протеста до тех пор, пока решение по Фаилю Алсынову каким-то образом не изменится. Есть информация о пострадавших? Да. Да, информация есть о пострадавших. Несколько человек в пределах 10 было увезено на скорой помощи. Есть неподтвержденные пока сведения, что один молодой человек пострадал так сильно, что позже скончался в больнице. Ну, это пока на уровне слухов из телеграм-каналов. Вот. Есть информация о том, что несколько человек были задержаны, но удалось в итоге протестующим договориться с руководством ОМОНа и пошли друг другу навстречу. Протестующие позволили вывести Алсынова из зала суда в направлении СИЗО, а те, в свою очередь, обещали выпустить сегодня всех задержанных после оформления на них протоколов. Вот выполнены ли все эти условия договоренности, пока мы не знаем. Если говорить о том, как может развиваться ситуация, насколько это, скажем так, этот тренд, эта тенденция может сохраниться?
Вот говоря на эту тему уже не в первый раз, я всякий раз пускаюсь в абстрактные рассуждения о том, что данный протест, с одной стороны, и если и был ожидаем по тем причинам, что я выше озвучил, он всякий раз происходит очень спонтанно и неожиданно, и в том месте, где его вроде бы и ждут, но масштабы предсказать не могут, даже люди, погруженные в эту историю. Поэтому чего ждать дальше, предсказать сложно. Сегодня с утра были очень разные прогнозы и даже слухи. То Хабиров ехал, видите ли, к протестующим, то судья должна была вновь объявить новое заседание якобы и пересмотреть собственный же приговор. Мы понимаем, что это невозможно, но люди в это искренне верили. Поэтому перерастет ли этот протест во что-то более серьезное? Пересмотрят ли многие протестующие свое отношение к войне и федеральной власти? Тоже вопрос. Потому что многие из присутствующих на самом деле вовсе не оппозиция. Они поддерживают так называемую СВО, голосуют за Путина и апеллируют к нему с требованием отправить в отставку главу республики Радия Хабирова. Руслан, но хотя при этом и в этом лагере увидели, я бы не уже... Да, при этом мы увидели несколько призывов к тем гражданам Республики Башкортостан, к тем башкирам, в первую очередь, конечно, которые находятся на фронте, вернуться домой и, соответственно, показать, кто здесь хозяин. Да, мы это видели. Действительно, до сих пор ничего подобного не происходило. О таких вещах, если и говорили отдельно взятые активисты, то преимущественно те, кто покинул Россию и находится за границей, либо уже осужденный находится за решеткой. Сегодня такие обращения действительно прозвучали. И, судя по информации, опять же, еще не подтвержденной и не проверенной, даже серьезные разговоры на эту тему идут в рядах этих людей, к которым обратились некоторые жители Башкирии. Опять же, возвращаясь к этому вопросу, насколько, на ваш взгляд, эта территория, где проходил суд, так называемое Зауралье, действительно особенная? Насколько это типичная ситуация для всего Башкортостана или это именно несколько районов такие? Да, здесь надо отметить, что Зауралье – это в географическом, в экономическом и этническом отношении действительно уникальная территория. В экономическом смысле там дела идут хуже, чем в остальной части Башкирии. В этническом смысле это более однородная как раз-таки территория, где живут коренные, как у нас принято говорить, башкиры. Потому что в других частях республики население очень разношерстное. И многие, кстати говоря, жители с того же северо-запада, противоположной стороны республики, до сегодняшнего дня даже не знали, кто такой Фаиль Алсынов. И тем более нельзя было представить, что эти люди могли бы поучаствовать в такой акции протеста, какая состоялась сейчас. Эти люди сохранили какую-то историческую память, они постоянно общаются на эту тему в социальных сетях, говорят, что они потомки Салавата Юлаева, героя крестьянской войны Пугачева 18 века. Они вспоминают 5 русско-башкирских войн, или кто-то их называет восстаниями, которые произошли в 17-18 веках. То есть для них эта история не является какой-то чужой. Это то, что сохранилось в народной памяти, в генотипе, наверное, даже можно сказать. И порой это выстреливает вот в таком неожиданном месте и масштабе даже, я бы сказал.